Самые хорошие и удобные кормушки для птиц – это все-таки традиционные деревянные кормушки, сделанные в виде домика. Они безопасны, в них хорошо сохраняется корм. Кормушку можно сделать самому, а можно и купить в магазинах, тем более выбор кормушек сейчас довольно-таки большой. Но когда вы видите много кормушек, всегда хочется определиться, какая кормушка, какую лучше выбрать. И хотя кормушка будет являться украшением участка, но все-таки при выборе ориентируйтесь на то, чтобы, во-первых, это было удобно, безопасно для птиц. И особенно смотрите на окраску кормушки. Вот такого вот агрессивного красного цвета кормушки птицу могут испугать, и она вообще не подлетит, потому что все-таки красный цвет является цветом опасности. А вот обычная кормушка из фанеры, из дерева будет самой привлекательной для пернатых питомцев. Вот это вот очень хорошая кормушка, которая разделена на несколько секторов. Вот в такой кормушке в безопасности будут питаться сразу несколько птиц. Когда вы будете выбирать кормушку, сначала определитесь, каких птиц вы будете кормить. Если вот это отверстие будет большим, сюда прилетят крупные птицы, и они быстренько склюют все, что вы сюда насыпите. А вообще наша задача подкормить вот этих маленьких печужек, которым нужно постоянно есть, чтобы выжить на морозе. И поэтому вот это вот отверстие, вот этот вот литок должен быть небольшим, чтобы большая птица здесь просто не поместилась. Еще примеры хороших кормушек. Вот здесь вот отверстие как раз достаточно для того, чтобы синички и воробьи спокойно поели вот из этих кормушек.